Тяжелее всего во время съемок «Белого солнца пустыни» пришлось Павлу Луспекаеву. Перед началом работы над фильмом актер перенес ампутацию стоп. Но, несмотря на это, согласился сниматься. Даже поставил условие – никаких скидок на инвалидность. А сам с трудом передвигался. Сил хватало на 20 шагов. От боли он падал в обморок. Его жена носила с собой маленький складной стул и всегда следовала за мужем. Узнав о том, в каком страшном состоянии Луспекаев снимается в кино, министр культуры Екатерина Фурцева немедленно выписала лекарства из-за границы. Когда фильм наконец-то вышел в прокат, зрители были без ума от бравого таможенника. Правда, награда нашла героя слишком поздно. Звание лауреата Государственной премии России за фильм «Белое солнце пустыни» актеру было присуждено уже посмертно, спустя 27 лет с момента выхода ленты на большие экраны.